Беречь детей, не оставлять без присмотра. Бывает и секунды хватает на то, чтобы произошла трагедия. Касается это и походов в лес, прогулок на велосипеде и даже возвращения с улицы домой. В феврале мужчина ограбил 10-летнюю девочку. Она зашла в подъезд, злоумышленник следом. Он зажал ей рот и снял с нее золотые сережки. Расследование уголовного дела завершено. Междуреченским городским судом было рассмотрено уголовное дело по пункту Г части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту грабежа в отношении несовершеннолетней девочки, которое было совершено в подъезде дома по улице Интернациональная 12. Значит, злоумышленник признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима.